Съезд юристов стал центральной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов Центром объединения юридической общественности Якутии. В столице республики проходит второй съезд юристов. Более 400 делегатов принимают в нем участие. В завершении съезда юристы примут концепцию повышения правовой культуры населения республики. В документе будут намечены главные цели и задачи работы юристов на ближайшие 3 года. Юристы намерены продолжить работу по бесплатной юридической помощи населению, обсудят вопросы преподавания основ правовых знаний в учебных заведениях. Все-таки ожидаем, что в период восстановления развития гражданского общества в республике Саха-Якутия все-таки юристы были бы более активны и вносили свои различные позитивные идеи и предложения. Значит, на дискуссионных площадках вчера выступили модераторами юристы, которые каждодневно занимаются вопросами правоприменительной практики, законодательного регулирования. И мы надеемся, что предложения, которые поступили, они будут включены в проект резолюции сегодняшнего съезда.